И в начале выпуска о происшествиях. Сегодня в 11 утра на улице 50-летия комсомола иномарка сбила школьницу. Ребенок перебегал проезжую часть в неположенном месте перед близко идущим автомобилем, хотя недалеко есть пешеходный переход. От удара девочку отбросило на 10 метров. Вот что сказал нашим корреспондентам водитель иномарки. Девочка перебегала дорогу, не убедившись, то есть не посмотрела в мою сторону и начала перебегать дорогу. То есть и я пытался уйти от девочки, чтобы не наехать на нее, все равно не получилось уйти, то есть по касательной зацепил ее. Бригада скорой помощи отвезла школьницу в больницу. Жизнь ребенка вне опасности.